Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас в моем новом ролике. И я опять буду делиться с вами своим очередным подарком рождественским. Что же это такое? Сейчас я вам покажу. Это вот такой вот микрофон. Я с вами его сегодня протестирую, распакую, покажу все очень детально. Зачем он мне нужен? Но вы знаете, я же веду канал. И поэтому для меня микрофон очень полезная вещь. До сих пор я пользовалась вот этим микрофоном. У меня есть, должен быть обзор этого микрофона на канале. Но у меня с ним случилась неприятная штука. Вот здесь, вот покажу вам, отломалась вот эта деталька. И поэтому мне подарили новый микрофон. Этот работает. Вот он в рабочем состоянии, но, как видите, здесь не лады. Поэтому мне подарили новый. И я сегодня вместе с вами поделюсь своими впечатлениями на тему вот этого моего нового подарка, нового, по сути, приобретения. Вот, давайте же приступать. Конечно, на рынке, как вы знаете, существует очень много разных микрофонов, которые можно использовать при ведении канала или в блогинге. Но я очень люблю петличные микрофоны и такие, которые можно использовать в разных ситуациях. Можно записывать стационарные видео, можно записывать видео на улице, где дополнительный шум или какие-то помехи. И поэтому я выбрала тот первый микрофон, тоже петличный, но он такой более простенький. Это был мой первый микрофон, который я покупала уже несколько лет назад. Но скажу вам, я ним до сих пор была довольна. И только у меня были минусы, которые я заметила, это при съемке, когда ветер на улице или какие-то такие помехи, тогда звук также получается не такой, какой бы мне хотелось. И также еще один минус, я уже вам его показала, это то, что микрофон отломался. И вот, принимая во внимание те аспекты, которые мне не понравились, мне выбрали новый микрофон, который должен уже эти нюансы как бы учитывать. Вы уже, наверное, посмотрели на коробочке, какие более-менее аксессуары идут к этому микрофону. Кроме этого, его можно использовать и записывая видео на камеру, на смартфон, на планшет. То есть он такой универсальный. И также на улице. И для этого есть специальные аксессуары. Открываем коробочку. Вот первый аксессуар – это такая поролоновая шапочка. И дальше идут меховые шапочки, которые мы используем на улице, если хотим получить более такой качественный звук и чистый, без помех. Здесь у нас в комплекте три штучки таких меховых шапочек, в зависимости уже от ваших предпочтений. Вот, вот все они перед вами сейчас. И как гласит инструкция, можно хорошо записать звук в движении, то есть когда вы идете и снимаете на камеру или телефон какой-то влог на улице. Дополнительно еще есть вот такой чехольчик для того, чтобы микрофон и аксессуары можно спрятать где-то в сумку, и чтобы все не растерялось. Также идет инструкция со всеми нужными информациями на тему этого микрофона. Вот так аккуратненько можно все сложить вовнутрь и пользоваться этим микрофоном долгое время. Сейчас мы посмотрим его с вами ближе. Вот, что я хочу сказать на тему кабеля. Он довольно длинный, 1,8 метра длины. И это очень хорошая новость, потому что длинный кабель позволяет нам более свободно двигаться. И если кабель не, так сказать, мы не дергаем, тогда звук получается тоже чище. И вот по поводу того минуса, который я говорила, что у меня предыдущий микрофон отломался, здесь производители уже предусмотрели это более качественное соединение микрофона с этой булавочкой, прищепкой, которая держит его на одежде.
Сейчас посмотрим немножко ближе. Вот. И это тоже как бы учитывает мои предпочтения и то, чем я не была довольна в предыдущем своем микрофоне. Вот, поближе показываю вам эту булавочку. Скажу вам честно, из практики это очень важный элемент, потому что хорошо прикрепленный микрофон – это залог хорошего и качественного звука. И при том этот микрофон ловит звук, несмотря на то, будете вы говорить, повернете голову в бок или вверх, он и так словит звук и запишет все чистенько. Для того, чтобы можно использовать было этот микрофон с разными устройствами, здесь есть также переходник, который вам это поможет сделать. А вот все аксессуары, которые находятся в этом комплекте. И еще хочу вам сказать, чтобы вы обратили ваше внимание, ту часть, где я вот сейчас показываю и аксессуары, и распаковочку этого микрофона, я записываю уже на новый микрофон. А первую часть, там, где я вам показывала старый микрофон, я записывала на старый. Поэтому теперь вы можете сравнить качество моего старого микрофона с этим, который мне сейчас подарили, и сделать свои выводы, который вам больше нравится, и стоит ли покупать этот или нет. Итак, друзья мои, я надеюсь, что для тех, кто в поисках микрофона, это видео было полезным, и вы просто задумались, что, может, вам такая вещь будет нужна в ваших каких-то, не знаю, или профессиональных делах, или просто в любительских. Поэтому, если это видео было вам полезным и вы узнали для себя что-то новое, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, оставьте свой комментарий, что вы думаете по этому поводу. Может, вы пользовались какими-то другими микрофонами, и они тоже заслуживают внимания моего и моих зрителей. Пожалуйста, также поделитесь в комментариях, какие хорошие микрофоны, которыми вы пользовались, или же какие не стоит приобретать, на которые не стоит обращать внимание и тратить на них деньги. Такая информация тоже будет очень и очень полезная. Также обязательно пишите в комментариях, какие еще ролики вы хотели бы видеть на моем канале, или о Польше, или вообще какие темы, даже не о Польше, а вообще о жизни, по жизни, какие темы вы хотели бы обсудить вместе со мной на канале. Я обязательно прислушаюсь, и если смогу на эту тему что-то сказать стоящее, я обязательно запишу следующий ролик на тему, которую вы мне предложите. Поэтому обязательно заходите в комментарии и пишите свои предложения. А на этом я буду сегодня заканчивать. До новых встреч, друзья мои! Было очень приятно с вами сегодня пообщаться на канале. Надеюсь, это не последний раз, поэтому до новых встреч на моем канале уже совсем скоро. Пока-пока!